Привет, друзья! ПС продолжается. Сегодня очень интересная серия, потому что сегодня все три матча будут с полной нарезкой. У нас сегодня в соперниках Northwest London, команда 3 АПЛ. Тоттенхэм, ну тоже, видите, в первую семерку не входит, но где-то там вблизи. И Барселона в Лиге Чемпионов. Поехали. Удар 1-0. Изи бой. Просто пока что не почувствовал. Это, по-моему, Марсиали, если не ошибаюсь. Да, так и есть. Энтони Марсиали 1-0. В самом начале матча забиваем. Да, подкараулил ошибку, как в лучших моих стилях, и 2-0 Memphis Depay. Пока что матч начинается очень хорошо для нас. Ох ты, хоть и осайд, но все равно Де Хеа среагировал, молодец. Угловой КПР, подача, вынос, давёный, розыгрыш КПР, и что-то они тут... Ох, как хорошо они разыгрывали. Блять, вынеси. Да, сука, вынесите вы мяч. Вынесите. Вынос. О, господи. Какая долгая атака у КПР. И в итоге один они забивают. Бред. Просто вот столько раз не могли вынести. Ох, как хорошо. Мемфис. 3-1. Ой, изи. Просто не чувствую. На самом деле, Мемфис, по-моему, в этом матче... пока что испытывает полное удовольствие от игры. 3-1. Азар! Ух, Маккарти. Мощнейший выстрел Азара отбивает. Центр. О, скинь. Забивай. Ой, как было близко. И тут же перерыв. Передача. Азар. 1-1. Эден. Удар в дальний угол не попал. Ну, бля, хамуха. Как так-то? Удар Депая, ой. Маккарти, добрый вечер, ближний угол. Я говорил еще в первом тайме, что Мемфис сегодня просто чувствует игру на 100%. И он хитрик сейчас оформляет. Ой, ну знаете, по-моему, Мемфис уже просто перестал чувствовать уже даже. КПР просто бегает уже. Удар, гол, удар, гол, удар, гол. О, разыграли и... Де Хеа выручает сейчас Давин. Заброс на Азарчика. Азарчик вниз. Марсиаль, бля. Ох, Де Хеа ногами. Ай, привоз. Гол. Забивает. ПР. Вниз, 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 покати. Да. Рос Баркли. Не ушел сегодня без гола, Рос. Все, матч закончен. 6-2 мы побеждаем КПР. Хорошие новости, друзья, перед матчем против Тоттенхэма. Неймар и Лео Месси вернулись. Друзья, Неймар и Лео Месси, две моих атакующих надежды вернулись. Собственно говоря, Депай в их отсутствие справился один, собственно говоря. Но, конечно, Азар больше помогал, чем Марсиаль, но во многом сам Депай делал игру. Ну а теперь моя тройка вернулась. Месси, добро пожаловать на поле обратно, так же как и Неймар. Надеюсь, сегодня в игре против Тоттенхэма вы покажете уровень. Воу! Простил меня Тоттенхэм. Удар Де Хеа выручает. Так, что-то Тоттенхэм меня подприжал. Месси мяч под левой! Хороший удар. Свободный фланг у Тоттенхэма, но не от Люк Шоу. Хотя тут же подхватывает Таунсенд этот мяч. И нет, не получается ничего. Куда, 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 куда? Вы нас, пацаны, вы нас играем. Ох ты, наебал, пиздец. Ай, как так? Повезло. Удар, гол. 1-0, поехали. Неймар. Одна потеря Тоттенхэма в центре поля, вот это вот, и все, и до свидос. И тут просто до свидули. Куда? Куда такие ошибки? Зачем я поторопился? Надо было принять и расстреливать просто. Писос. Я поторопился, сейчас простил Тоттенхэм от второго гола. Ну я же контрил этот пас. Де Хеа. Боже, я это видел. Что за писос сейчас произошел? Ну, Де Хеа сейчас просто отсосал пинус. Ну, сука ты, Лиарис, какая, а? Пиздец. Оу. 2-1. Тоттенхэм.
Хамес как отобрал, забей! Ну, блядь, ну в створ-то попадать надо. Вместо Клайна еще сейчас Альба выйдет. Нужна скорость на фланге. Мэмфис, спасай! Спасибо, Мэмфис, спас. Фу. Ну, очко спасли. 2-2. Играем против Тоттенхэма. Ну что ж, последний матч в этой серии. Барселона в Лиге Чемпионов. Поехали. Воу! Аплодирую, я просто аплодирую. Вот, вот чего я ждал. Неймар, забей, умничка, умничка, 1-1. Перерыв. Ай, ай, штанга. Ай-яй-яй, он этот точно. Ой, Дехия выручает. Давай, Давид, исправляйся за все косяки. Прошла. 2-2. Хамес. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. 2-2. Надежды Барселоны потихонечку тают на первое место в группе. А, блять, как? Блять, нихуя Суарес машина, просто машина. О, да блять, Терштеген, пидор. Я бросил все силы, чтобы отыграться, но не смог. Да, ходить перед вами, все очень заслуженно, все как всегда. На этом все. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии нас ждет Манчестер Сити, битва за лидерство. Ну а пока что ждите новую серию и отдыхайте. Всем приятного лета, пока.